хотите, я вас сейчас здесь охлажу? Нет. Ну, привет, нет, не так, что вы. У нас будет, смотрите, все спокойно. Мы сделаем морозное дыхание нашего сухого льда. Вот так. Хотите? Да. Сухой лед и цветной снег – это не волшебство, а самая настоящая наука, убедились ребята из отделения временного пребывания детей. У них в гостях побывали помощники сумасшедшего профессора Николя. Наша программа действует в 46, уже, наверное, даже больше 60 городах России и за рубежом. И вот сегодня мы пришли сюда показать ребятам нашу одну из 16 программ. Мы детей, можно сказать, приобщаем к науке, причем с детского сада. Мы им показываем физические, химические опыты, эксперименты, причем это рассказываем им еще и с научной точки зрения. Пытаемся простыми словами, доступными, но науку несем в массы, можно сказать. Стать не только зрителем, но и активным участником экспериментов. Запросто. Поначалу ребята скромничали, но очень скоро от желающих своими руками сделать какое-нибудь маленькое чудо не было отбоя. На память об этой удивительной встрече у ребят остались полимерные червяки, а самым вкусным моментом праздника стало угощение сладкой ватой. И главное, к концу представления ребята поняли одну важную истину. –